анекдот про среднюю зарплату. Не знаю. Про среднюю зарплату? Да. А, ну-ка расскажи. Ну, это вот усредненное значение сегодня. Были там разговоры в группе, да? Вот это один ест мясо, другой капусту. В среднем они едят голубцы. Ну, понимаешь, это старый такой анекдот, да. Я бы сказал, даже несколько он... У кого-то 1000 зарплата, у кого-то 1 000 000, в среднем они получают по полляна, ну нормально. Заезженный такой анекдот, мне больше нравится такое классическое более, но тем не менее Путиным такое приподнятое, надо правильно отделять мух от котлет. Правильно. Правильно отделять, самое главное. Опа, нас уже записывают. В том году Леонов по нашему партийному запросу, мимо всякой лажи, сказал, что средняя зарплата у нас 60, по-моему, 1-67 тысяч. Вот. Ну, в этом году... Это вот у нас есть в архиве вот эти все вещи, по запросу ответ подходящие приняты. Насколько я знаю, в этом году около 90 тысяч средняя зарплата. У тебя есть? У меня нет. И не было никогда. Я знаю людей, у которых есть. Нет, я понимаю, если разброс такого рода, например, там у тебя, допустим, 70, там у тебя, допустим, 60, у тебя, допустим, 80, у этого, допустим, 120. У меня 500 рублей в день. У главы, допустим, 150, то есть у тебя пятнашка в месяц. А получается, что у тебя пятнашка, у тебя двадцатка, у тебя тридцатка, а у него пятьсотка. В смысле, ну не рубли, а 1500 или 600. Я думаю, тогда средняя, я знаю точно, что у губернатора официально заявляли, что 800, Фургал тогда хотел срезать, типа я буду 400 получать. Ага. А Дегтярев приехал, тоже сказал, я не буду много получать, а в итоге 800 официально озвучил. По части... Но глава района не получает 500.